Сегодня в клубе много детей. А если бы мне руку? Отойдите дальше. На позиции! Стреляем. Еще стреляем. Как зовут? Женя и Юлиана. Замечательно. Вот я тут вижу Снегурочку у нас где-то тут на подходе уже. Можно я туда пробегу? Здравствуйте, ребята. Все узнали Снегурочку. Что-то вы плохо эти. Плохо узнаете. Да, да, да. А насчет этого не знаю. Почему без Деда Мороза? Да мы на санях ехали, у нас и рации сломались, лыжи у нас выпали, и вот мы с ним потерялись. Меня немножко в сугробе укатило, я упала, а он где-то там, наверное, остался. Снегурочка, подожди немножко. Тут еще двое ребятишек не представились. К сожалению, вот не заметила я. Давайте представляться. Присоединяйтесь к нам? Нет. Как же нет? Присоединяйтесь. Что Снегурочка рассказывает, как она добиралась? Как добиралась Снегурочка к нам? Ну, вот очень тяжело, да. А Дед Мороз сегодня кто-то видел? А Деда Мороза вы не видели случайно? А я видел. Видел? Он в комнате номер сейчас, сегодня. Я видел. Значит, скоро подойдет. Очень прекрасно, хорошо. Это здорово. Тогда пока наш дедушка Мороз... Давайте поиграем немного. Надо нам для Дедушки Мороза сюрприз подготовить. Давайте все подумаем. Что наш Дедушка Мороз больше всего любит? Снег. Спать. Правильно, снег. Снег. Все какая молодец. Прям а еще лед, лед. Лед любит. Лёд. А дедушка как называется? Дедушка? Мороз! Мороз! Что он любит? Дарит подарки. Подарки Мороз. А зимой еще что бывает? Зимой опять забывает. Вьюга еще бывает. Молодцы. А снег из чего состоит у нас? Вода. А вот если не совсем его он растаял, а вот еще падает только. Из чего состоит? Из снежинок. Я сказала. Все умеют вырезать снежинки. Я умею! У кого самые красивые снежинки получаются? Кто знает? У меня! У тебя самые красивые снежинки? Да. Сколько вырезал? Меня не вырезал. Да, я еще не вырезал. А знаете как? У нас есть... Я могу сделать вы такой. У нас есть вот такая вот... такая вот материал. Смотрите. У нас есть такой материал, нам нужно из каждой такой салфеточки сделать комочек снега. Все снежки играли. Делаем комочки. Мальчики делают из синего, а девочки делают... Давайте я поставлю. А девочки делают из розовых. Делаем много-много-много снежинок. Давайте я сильный. Давай. Самый сильный. Да, самый сильный мальчик у нас, да. Я должна, какой сильный. Да. Складывай пока на тарелочку. Мальчики сильные, а девочки из красненьких. А комочки сильно-сильно сжимать, чтобы было понятно, что это комочки. Красивые комочки, круглые должны по снежке получаться. Ой, девочки у нас быстрее получается. Ну, кому кто пошустрее, сильно-сильно сжимает комочки. А Юля у нас не делает комочки. Юля, снежки не любишь играть. За шиворот. Попадает. Давай, давай, давай.
Тебе помочь, Миша. А ты же умеешь снежинки вырезать, да? Я умею. И ты умеешь вырезать? Я да. Классно. А из чего снежинки вырезаешь? Из бумаги. Из бумаги какой? Да. Круглый надо делать. Надо круглую сначала делать. Ага. Да. Давайте, пожалуйста, мне круглую. Я вам сделаю. Шкурку, конечно, делает за кучу. А что же любит у нас? А снег вообще кто попадает на снег? Да, он попадает. Снега очень много, но чтобы Дедушка Мороз прошел, надо немножечко убрать все. Сейчас мы складываем розовые снежинки ко мне в левую руку, а синие снежинки в правую руку. Кто быстрее соберет в нем? Давайте складываем розовые в левую. Да, скуднуло. Ремень теперь новый, можно ехать. А в том году будет семейный дом? Каждый год ездится? Там, короче, семейный что, там горячие источники. Там вообще просто артезия, вообще космическая. Притом там градус хороший. На улице минус, там конкретно. В воде плюс хороший. Как в Таиланде. Так, ребята, сейчас я буду вам стишок читать, а вы вместе со мной повторять, хорошо? Послушайте. Идет к нам Дед Мороз. К нам Дед Мороз идет. И знаем мы, что Дед Мороз подарки принесет. Давайте. Идет к нам Дед Мороз. К нам Дед Мороз идет. И знаем мы, что Дед Мороз подарки принесет. Еще раз. Идет к нам Дед Мороз. К нам Дед Мороз идет. И знаем мы, что Дед Мороз подарки принесет. А теперь мы слово «идет» говорить не будем, а будем ходить на месте. Давайте. И к нам Дед Мороз. И знаем мы, что Дед Мороз подарки принесет. Теперь слово «Дед Мороз» не будем говорить, а покажем вот так. На дверь повернулись, вот так пальчиком указательным. Итак, приготовились. И знаем мы, что подарки принесет. Подарки теперь покажем такой большой мешок с подарками. Не будем свои слова говорить. Приготовились? Миш, пока там. К нам. С пензой. Такая пенза. Не, и знаем мы, что. 200. Принесет. И знаем, теперь вот так показывая, пальчиком указать. Итак. К нам. Супер. Принесет. Итак, а теперь к нам показываем на себя. На себя. Приготовились? Приготовились. Мы что? Принесем.
Все, молодцы, давайте попробуем. Здорово. Старенький дедушка ты идет, старенький хромает. А вот и я. Сразу детишки нарядные, веселые. Дед спецназ. Вот дети, с давних времен так ведется. Ни одна елка без меня не обойдется. Я, дети, очень старый дед, мне поверьте, много лет. В декабре, январе я шагаю по земле. Я хватаю вас за нос, коль морожу так до слез. Потому что я сердитый со своей снежной свитой. Ну, знаменитый Дед Мороз. Но сегодня я не злой, добрый, щедрый, простой. А дедушка-то у нас с рацией. Говорят, сломалась у тебя по дороге. Сломалась рация по дороге. Вообще, дедушка старый стал учить Бог. Ребят, а какая самая любимая игра у Деда Мороза? Как думаете? На мороженое. О, точно. Видимо, большой опыт присутствия на новогодних утренниках. Кто знает, как играть? Знаете, как играть? Становимся в круг, ребят. Давайте, становимся в круг. Большой круг вокруг Дедушки Мороза. Вот я буду водить свои волны. Идем ко мне. Борис, идем, у меня рук не хватает. Идем круг делать. Идем. Ты же хотел Деду Морозу идти. Ну идемте кто-нибудь из взрослых помогать нам, да. Помогите. Вкусно очень. Ну что? Как играется игра? Отпускаем ручки. Отпускаем ручки. Поднимаем. И Дедушка Мороз будет замораживать. Сейчас я помню. Вот нужно вовремя успеть убрать ручки, пока Дедушка Мороз не заморозил. Покажи, Дедушка Мороз, как это делается. Так, я убираю ручки. Раз. Убираешь ручки. Как только посох рядышком приближается, нужно быстренько убрать ручки. Кого я заморожу, шутя? Меня. Где у нас музыка? Где у нас музыка? Чтобы разморозиться, надо будет сказать, чтобы успеть песенку. Я говорю, все соли. Мы хотим играть. Ну, проспоете что-нибудь. Ну, все готовы? Приготовились, ручки вытянули. Как только посох приближается, сразу быстренько убираем. Так, раз. Убираем, убираем, убираем ручки. Вот, все. Убираем. Ну-ка, дедушка, кого-нибудь заморозит или нет? Да, кого заморозит? Вот Бориса, наверное, заморозит. Тебя заморозит. Так, у нас, наверное, кто-то хочет стихи рассказать. Общение. Миша. Как тут весело, на самом деле. Никого заморозит. Чем старый стал. Вот, заморозили тебя, иди под елочку. Под елочку, иди все, заморозили тебя. Будем потом тебя размораживать. Потом будет тебя размораживать, так, вот еще. Дедушка, ну, ага. Ты же видишь, что мы все ловкие, тут и умелые. Они вон такие быстрые. Быстрые и шустрые. Давай, все, иди под елочку. Все, дальше. Вот, все. Сейчас, Маша, не досчитаем, домой везем, сейчас нечаянно. Может быть, ребята стишки какие-то знают? Да, или песенку спойте. Ребята знают какие-то стишки? Давай, или загадки будем разгадывать? Про елочку, знаете песню? Загадки? Рассказываю загадку. Возле леса на опушке, украшая темный бор, вырос пестрый, как перепушка, ядовитый, взрыв такой ядовитый. Мухомор, мухомор, молодец, Миша. Все, мама, давай тогда выкуп
покупать, вы хотите? Мы хотим, да. Кусы красные висят, из кустов рядом глядят. Очень любят кусы эти. Дети, птицы и медведи. Нам сразу все выходные отдадут. Малину все любят, потому что Алексей, Марина, все любят. Я вас люблю. Малина, все любят. Пошли играть дальше. Миша, вы разморозили? Ребят. Мы узнали, какие вы ловкие. Теперь давайте поспорим, какие вы внимательные. Сейчас вот Ёлочка будет читать стих. Значит, если это правда, то, что там говорится, значит, хлопать в ладоши нужно. А если это неправда, значит, хлопать с ножками. Только слушаем внимательно. Дети любят шоколадки. Любят? Хлопаем, хлопаем. Дальше. Спят на облаках лошадки. Спят на облаках лошадки. Что делать нужно? Хлопать ножками. Нет, или все-таки лошадки спят на облаках? Не спят. Так, дальше. Днем темно. Что делать нужно? Топать. Вот я на внимательно всех смотрю. Собаки лают. Лают? Лают. Правильно. А кошки? Кошки высоко летают. Мышки любят хлебокрошки. Любят? Любят или не любят? Любят. Мышки любят. А динозавры? Ласточек съедают мошки. Съедают ласточек. Мало хлеб ест, крошки не любят. Не съедают? Что делать нужно? Ласточек съедают мошки. Мчат машины. Динозавры? А динозавры летают по крышам. Бегают по крышам. Что нужно делать? Они ходят. Ходят, а мы будем ходить. Мышки. 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 Алиса боится зайца. Боится зайца, Лиса? Нет! Топаем, молодцы. А петух несет нам яйца? Нет. Несет яйца или не несет? Мы недовольны, несет. Слон крадет. Слон крадется тише мыши. Правда? Слон крадется тише мыши. Да. Топаем, конечно. Слон-то как делает? Топает. Маленькие динозавры, а маленькие динозавры летают? Нет, у меня же яйца. Значит, топаем. Да они же не летают? Не летают. Нет, у меня же яйца. Молодцы, ребята, кто все правильно ответил? Молодец, я вижу, что вы ловкие, внимательные, умелые. А чего-то все-таки у нас на празднике не хватает. Что у нас не хватает? Что обычно происходит в новогоднем празднике? Не хватает папы. Папы не хватает. Правильно. И папы. Шарик не горит, смотрите. Нет, не шарик не хватает, мне кажется. Шариков. Желтый. Желтый. Будем а? Елочку, давайте зажжем елочку. А чтобы елочка зажглась, надо сказать волшебное слово. Что у нас волшебное слово? Будем говорить. Раз, два, три. Елочка горит. Все запомнили? Тихо сказать, надо громче. Давайте все вместе еще. Раз, два, три. Елочка горит. Слабо, надо еще громче здесь говорить. Еще громче надо. Что у нас? Лиса нам сейчас. Сейчас Лиса поможет. Давайте включим. Давайте. Нормально, нормально. Еще раз. Два, три. Елочка горит! Ура! Елочка сгорелась. Сама, никто не помог. А я помог. Ребят, а знаете, какая у Дедушки Мороза самая любимая песенка? Волшебная, наверное, такая. Хорошо, а какие мы песенки про Новый год знаем? Какие мы песенки знаем? Я так попросил. То есть у вас есть елочка, все знают песенку? Вот, это как раз и есть моя любимая песенка. Включаем музыку. Давайте, я все вместе поем. Что родилась елочка, все же знают? Как же, я же из леса.
У меня зеленое внизу все. Так, давайте все возьмемся за руку. Сейчас мы будем песенку и выполнять все, что нам будет показывать Снегурочка. Саша, сиди, мама. Что нам Снегурочка сейчас будет показывать? Да, его громче. Снегурочка зеленая росло, зимой летом стройная, стройная была. Зимой летом стройная, зеленая была. Сейчас внимательно смотрим на Снегурочку, что она делает. Идем, идем, идем. И не замерзай, снегом укрылась, смотри, не замерзай. Птичка, зайка, серенький, каленочка, стопой, порою мог сердитый год, косою хранит он. Порою мог сердитый год, косою хранит он. Вот так, она левой ножки. Умеет прыгать, она правой ножки. Она кормочка, все умеет ходить в ножку. Ну-ка, пошли, 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 пошли. Пошли, 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 пошли. Я не хочу на эту. Ну-ка, пошли, пошли. Давай, я не люблю Лену. Тебя не спрашивай. Я не люблю физу. Идем, 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 идем. Техническая. У нас же получается... А вы технарио по образованию? Я вообще учитель. Да, я юрист. О, коллега! Мы же вообще в коллеге Челябинска. Там у нас, да, был техническое отдел, который там занимается установкой, там настройкой, доработкой всем на свете.
был вот отдел, который занимался делами форума, интернет вот всем этим, этими вещами, технологиями. И были вот мы, которые как активисты там проводили мероприятия, там организовывали, помогали организовывать, согласовывали. Да, поездки там, не поездки, флешмобы. В Дню города мы там, например, делали, запускали шарики в небо. Вот. А потом? Как я помню, запись не пишу. Предновогоднее в этой в лесу. Да, хотели разыграть. Разыгрывается радиостанция. Да. Называется «Сиб». На везение и сообразительность, но решили одним везением обойтись. Сообразительность. Вот, поэтому мы нарезали сюда лотерейных вот таких билетиков. Вот это. По количеству взрослых. Кобана. На розыгрыш радиостанции. Предоставленная нашим спонсорам и партнерам компании «Радио Сила». Это у вас здесь в Самаре также есть их представительство. Один-два магазина, я не знаю, что это. Один. Замечательно. Ну, что, как это, как в фильме «Гараж», да, начнем. Счастливый вы наш. По порядку, стоимость радиостанции 100 тысяч рублей. Меня что ли начинаем? Номинальная цена. Сейчас этим все. Нет, может, не надо сразу разворачиваться, а то ты сейчас выиграешь. Ну давай, деньги не все. Раздаем, а потом. Все, не подглядываем. Момент открываем. А я тоже хочу. Обойдешься. Ой, две взял. Вот она жадность-то, что с людьми делает. Так, мне не надо, плохо подумать. Ну что, 10 не берут, да? Нет. Тогда за меня берут. Если что, передам. Ну прям стал крутая. Вот она радиостанция. Подожди. Не написано, какая имя. Юль, раньше позже. Ты позвонила бабушке? Внутри же открывай. Ну, давайте, что тебе осталось? В втором кругу. Да там одна должна остаться. А, Сибирь, что? Вообще ничего не должно остаться. Это все? Так, 3, 4. Ну, кто у нас счастливчик? Кто? Ни у кого нет. Не может быть. Ура! Ну давайте дарим. Торжественно. Не зря Серег приехал сегодня. Да не зря Серег. Смотри, как он выглядит. Аж сияет. Может, скал сразу. У меня говорит радиостанция и все. Да, вот она, радиостанция. Да, рация. Да, все по-честному. Поздравляю. Спасибо. Серег, какая у тебя по счету радиостанция? Мы ее в клубе поставим. В клубе поставим? Ну все, и будем. Вы обязательно напишите, да, как работает. Потому что мы сами, честно говоря, даже не пробовали. Нет! Не знаю. Хорошо, отлично. Замечательно. Я спонсор. Идите, мы находимся. Поэтому город и развился, потому что там же, например, те же самые Златоуст, Миас, Чебаркуль, которые были в то же время основаны, они остались маленькими городами. А у нас сейчас рядом с нами находится вот это огромное месторождение меди, но сейчас оно уже почти в черте города. Демид. Вы вообще-то... У меня есть родные. По самому Уралу. Зелёный у вас там. Как? Ну, конечно, горы на озёрах. У вас рядом там? Ну, у нас орбит видно, его даже пощупать можно. Чебаркуль, Златоуст, выше есть поселок Чудук. Не знаете, наверное, да? Ну, слышал, но я... Да. Там у вас рядышком находится третья по высоте вершина Урала. Значит, самая первая вершина, гора Народная на Северном Урале, 1900 там чем-то метров. Вторая вершина, это Южный Урал, гора Ямантау, значит, там 1600 сантиметров. А третья вершина, по высоте, она находится около вас, называется Иремель,
гора Эремиль, 1586 метров. Это вот совершенно уникальное вообще природное место. Вот, но если Ямантау закрыто военными, там стоят ПВО и прочее, все, я просто не подлезешь. То вот Северный Урал Народная и вот это Эремиль, это прямо любимые маршруты самарских туристов. И Самара очень много людей путешествовали по этим местам. Но самое интересное, что Эремиль, место просто уникальное. Есть бальзам Эремиль. Его делают в Башкирии. Да, ну там как раз Эремиль интересен тем, что там сходится граница, значит, вот башкирской, челябинской и, по-моему, еще какой-то там субъект. Вот. Но дело в том, что там зона, как бы сказать, краснокнижная зона. То есть вся верхняя часть, вот хребет и в частности гора Эремиль, она является, значит, там несколько сотен наименований в Красной книге природных. Вот. На самом верху, на Эремиле, значит, верхушка Эремиля представляет собой площадку примерно размером со стадион. Там картошечка с курицей. А вкусы горячие, где-то метров 500 вверх. Идут сплошные бесформенные скалы, по которым лезть очень трудно. Вот. И чтобы подняться наверх, нужно как бы очень здорово преодолеть вот такие препятствия. Почему это со всех сторон вот так вот. Хочется, вы нам подарки вручали, а мы хотим вот такой вот сюрпризик вам на память о прекрасном городе Самара. Вы к нам первый раз приехали, надеюсь, не последний, надеюсь, у нас с вами все сложится. Вы у нас шишки крутые, деловые, известные на всю Россию. Соответственно, хотим вам подарить вот такой сюрпризик важным шишкам от дивизиона. И год 2017-2018, ну то есть где-то между. Ручная работа. Ручная работа, как думаю, и все в тренде. Спасибо. Бурные аплодисменты. Но у нас, так как Новый год, и сюрпризы у нас не кончаются. И сегодня мы даем слово Сергею, бойцу. Сначала Юрий Леонидович, потом... У нас пока раз пошли сюрпризы, пускай сбываются мечты у каждого присутствующего на следующий год, ваши планы. И сейчас будет небольшой сюрпризик. Загадайте, кто что хочет на следующий год. Вот. Так вот, мысленно пока. Мы сейчас угадаем или нет? Это я сейчас поставила, не чистая. Юрий Леонидович, вы загадали? Ну, у меня есть тост нехороший. Сейчас. Про себя. Про себя. Да. Вы загадали? Конечно. Угу. Крутые шишки? Йоп. Так, Сергей пришел? Да. Вот, и мы хотим сделать сегодня еще одного человека счастливее и исполнить небольшую мечту. Юрия Леонидовича у нас тут не было, да? Но вкратце расскажу, значит, это вот радиостанция от спонсоров. Наши товарищи из Челябинска привезли радиосила, спонсировали. Здесь был у нас такой розыгрыш новогодняя лотерея. Вот. И эта новогодняя лотерея тянули все, кто здесь был. Вот. Ну я беру, достаю, значит, эту лотерейку, говорю, это радиостанция. И одна. Вот. Все разворачивают, ни у кого ничего нет, я разворачиваю радиостанцию. Вот. Ну, Серега, это вообще совпадение. Это одно. Значит, мы друзьям нашим сказали, что эта радиостанция будет стоять у нас в клубе. Но обстоятельства изменились. Зашел человек, узнал, что был розыгрыш радиостанции, и говорит, так бы она мне пригодилась. И мы так невзначай посовещались и решили этому человеку позывной «Солнце». Она и не ожидает. Правда? Она сказала, что антенны ей сделают. Класс. Спасибо. Ой, как же мне выйти. Отлично. Это вот Ирина. Новогодняя. Это вам радиостанция. Пользуйтесь на здоровье.
Ну, угадали с твоим желанием? Ну, в принципе, да. Супер. Очень хорошо. Теперь вот, у нас появился новый корреспондент. Ну, теперь раз уж говорят пожелания надо, хочу сказать, что у нас коллектив такой хороший, сплоченный. И пожелание одно, чтобы у нас, ну, не так часто, но чтобы мы собирались коллективом. Чтобы у нас все было хорошо. Никогда не расставались, наоборот, объединялись. И все были дружно, один за всех и все за одного. Ура! 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 И чтобы все было хорошо, не было войны. Нигде. Да, это точно. Ну, надеемся. Ну, давайте снова дадим АРК России крутым шишкам. Теперь прилипло. Рок, может, ты что-нибудь скажешь? Да, то что ты что-то ничего не папа, говорил сегодня. Сказать, фокус пропал. Ну, давай я поддержу твой фокус, тебя как раз фокус. Да нет, я ничего не буду говорить, у нас не надо будет разговаривать. Давай. Ну, в общем, нет, мы вот надо было ехать 1000 километров, чтобы здесь помолчать. Надо сказать. Да, Нина сейчас скажет. Да. Или вы уже выговорились? Давай. Ну, мы все свои карты, все свои сюрпризы сегодня уже раскрыли, да, всех поздравили. Подарили, лотерею разыграли. Мы очень рады, что радиостанция в итоге нашла счастливого обладателя, который действительно нуждается. Да, нуждается. Да. Буду со всеми общаться. Замечательно, мы очень рады. И радиосиле тоже обязательно передадим, что рация попала в надежные и хорошие руки. 23-44. Вот. Ну и ага. Буквально за 15 минут до наступления Нового года по самарскому времени хочется, конечно, всех поздравить с наступающим 2018 годом. Хочется, чтобы все ваши желания, все ваши мечты в Новом году исполнялись. Ну и мы помним, что следующий год объявлен Владимиром Путиным годом добровольца. И мы все-таки позиционируем, что ассоциация авторадиоклубов – это в том числе объединение добровольцев, да, людей, которые готовы прийти на помощь друг другу. И мы надеемся, что в этом году все-таки на нас побольше немного обратят внимание. Вот. И ну, ждем развития и рады встречи с вами. Мы все за вас поболеем, поэтому ваша мечта исполнится. Ну, я надеюсь, что это не только наша, а но... всех нас. Ну, это понятно. Но вообще вместе будем приближать ее и идти к ней. Было бы круто. Ну, потенциал есть, поэтому, я думаю, все будет нормально. Юрий Леонидович, президент регионального отделения города Самары, Союз радиолюбителей России, Васильев Юрий Леонидович. Дорогие друзья, прошедший год был очень насыщен. Несмотря на то, что он уже 17-й в этом тысячелетии, вот, все время идет определенный подъем. Энергетика молодежи, энергетика технического прогресса. Мы все время живем с ощущением, что самое интересное, вот оно впереди. Где-то дальше, вот оно все развивается. И вот здесь собрались люди, и вообще люди, которые объединяются по этим принципам, вот, это люди, которые живут именно с ощущением будущего, люди, которые понимают, что дальше должно быть только лучше. И будет ли это лучше, зависит только от нас. К сожалению, не все и не всегда получается благополучно. Вот также и в нашем деле у нас был период, когда радиолюбительство было в застое, вот, когда большая часть клубов закрылась, когда много энтузиастов отошли от этого дела. Сейчас идет новый, ну, наверное, уже пятый или шестой виток, когда радиолюбители снова начинают объединяться. И процесс развивается. Вот. То, что образовался дивизион, то, что появилась у нас штаб-квартира, вот, это дало очень большой толчок, импульс вообще вот, в нашем деле. Вот. Плюс то, что все это происходит на фоне бурной подготовки к
чемпионата мира по футболу. Вот. Я вот по роду своей деятельности очень плотно связан со всеми чрезвычайными структурами. Это МЧС, поисково-спасательные отряды, медицина катастроф. Везде движение добровольцев, волонтерское движение, везде очень сильно приветствуется, и на дивизион, на его потенциал возлагаются очень большие надежды на то, что мы этим структурам, которые профессионально должны работать на чемпионате, мы будем очень сильно помогать. Но тост мой за другое. Давайте выпьем за врагов. У каждого есть враги, там большие, маленькие, все. И чтобы у них все было, чтобы у них, значит, была хорошая зарплата, чтобы были достойные, значит, жилищные условия, чтобы были обязательно там дачи, машины, все средства связи, все. И чтобы периодически они звонили 01, 02, 03 и 04. Так мы и будем делать. Ну, дорогие друзья, спасибо всем за внимание. Новый год мы встречаем с ощущением очень сильного подъема. Поэтому я прошу вас всех, у кого что-то нолит, дайте мне что-нибудь налить, а? У нас есть. Не могу говорить, что с проходником. Легкое вино шампанское. Есть безалкогольный шампанский, дети, потому что без шампанского все равно надо будет на Новый год. Так, открывайте, не забудьте. Компот, а еще один стаканчик. Сразу ждать не будем под шампанский? Да, нет, не обязательно. Нет, он от изражения снимается. Кому стаканчики? Кому стаканчики? А все, уже 0-0. Серьезно, сегодня Саша даже дал. 0-0, а он на часах, и он уже там 0-0. Это он лишнего говорит. Мы еще раз должны к этим часики по секундам. Ура! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Открываем! Пробку открываешь, что ли? Пробка поаккуратнее. Да, помещение не наше. Он не планируется. Детская. Да и... Детская. Что-то, по-моему, в Москве часы неправильно идут. Ура, ты хотя бы это. Хотя бы. Синхронизация там. Не знаю, мне, мне уже 2 минуты. Кому? Не мне. Я одна, что ли, такая? Конечно. Ну, налить что-нибудь водички. Ладно, я не заберу. Началось. Алло. С Новым годом! Ура! Ура! С Новым годом! С Новым годом! Что? С Новым годом! С Новым годом! Дети! Показали уже! С Новым годом! С Новым годом! Сереженька, с Новым годом! Мы на потенции! Леночек, с Новым годом! Ну мы тут в гостях! Давай, с Новым годом! С Новым годом, с Новым счастьем. С Новым годом, Марина, я WhatsApp установила. Все, давай. С Новым годом. А, ты еще не открыл? Ну, я с ним отрежь. Йо, Арина звонит. Отлично. Ну, ее ура! Ты должен быть здесь. Да, я иду. Ты видел, ты видел. Нам кричат на...